Мы уже информировали, что на улице Даватора в Слониме капитально отремонтировано 4 многоквартирных дома. Пятый готовится к сдаче. Всего же по плану в этом году благоустроят 12 многоквартирных домов. Во всех 7 оставшихся начат ремонт. По каждому дому определен перечень работ. К примеру, в доме номер 1 на улице Клары Давидюк 72-го года постройки отремонтируют крышу, утеплят часть стен, заменят окна и двери в местах общего пользования, положат часть инженерных сетей.